Всем привет, вы на канале Алекс и Николь, и сегодня у нас новая аватарка. Можете посмотреть там у нас на канале, новая аватарка. В общем, сегодня мы будем вот такие вот напитки. Смотреть, из чего они сделаны. Наверное, из воды. Ну, это мы пока сомневаемся насчет воды. В общем, будем пробовать Arizona Drink и еще какой-то, я не знаю. Нет, это не Arizona Drink. А, да, все Arizona Drink. Извините, пожалуйста. Это со вкусом винограда. Это у нас зеленый чай вроде написано, но какой-то энергетический зеленый чай. Здесь у нас с персиком. Маленько встала, мы хотели съесть, вот, выпить нас. Крупаем. Сейчас мы еще 5 дней потратим. Пахнет газировкой? Сейчас, я не могу понять. Какой-то хуба-бубой? Нет, реально персиком. Апельсин. Да, апельсин. Апельсин такие. С глазами. Ладно, сейчас пробуем. Зеленый чай с апельсином как будто. Здесь вообще нету газов? Да, реально, как будто вода просто обычная, которая уже... Все газы, по-моему, вышли, когда мы открыли. Интересно, какой он по цвету? Сейчас узнаем. Желтенький. Как ананасовый сок, вообще очень похож. Апельсиновый с ананасовым. Знаете, только немножечко газов такой оттенок чувствую. Оттенок газа. Нет. Эйки-бейки, это мы хотим. И немножко горький, знаете, как будто чай холодный такой. Чай с ананасом и апельсином. Вот такой похож очень. Все, храпить. Горькость такая. Да давай открывай, еще опять все газы будут. Пахнет виноград. Тебе пиццу делали, помнишь, Николь, с тобой в поселке там? И там что-то похоже было. Ой, на зубах все прибит. Пузырики. Ну, как-то меня разочаровало. Это пока... Этот на первый месяц, это второй. Неприятный. Попробуйте, наверное, понравится. Сейчас, наверное, этот все исправит. Персик. Пахнет пердежом. Когда ты поел и прям вот смачно пукнул. Можно было так назвать, смачный пук. Ладно. А на вкус такое же, знаете. Идем. Самый вкусный. Не, вот это самый вкусный, это второй, это на третий. Смотрим, какого цвета виноградный Arizona Drink. Оп, розовый. Что и ожидалось? То, что персиковый, наверное, зеленый. Сейчас удивительность, да? Разлили. Ну, такой бледно-оранжевый. Какой-то коричневый. Бледно-оранжевый, да. Как гуашь, знаете, в воде разбавить и вылить случайно. Я бы вам посоветовала больше вот это. Да. Энергетический чай. Короче, зеленый чай. Вот. Да. Покупайте его лучше его, потому что он самый вкусный. Либо пробуйте другие. Мы были на канале Алекс и Николь. Не забывайте оценивать наше видео. Если они вам понравились, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Thank you.